Там с каким? Пойду тогда на секунд 15. Каша, блин. Ну да. Ок. Финанта. Кидаю, лови. Да я в курсе, ёпта. И вообще аж непонятно откуда прибег.
еще лейтенант в шахте стоит, не забывай. Ты шлюха. И не добрый, да? Где тут протанчу? В каком пати? Еще 5 секунд. Скоро сходил. Да, уже все, не надо. Бля, в упор не вижу, где он. Там как начали наливать, ребята, как брат бежит. Дэшки мало тоже. Эй, так кто может рыбу поставить? Стой, дай я рыбу поставлю. Постелил. Уже поздно. Санлейн, непобедимые воины короля Лича. Теперь наши силы едины. Кор, даю тебе истерию. Этих. По 90 тысяч не бьет. А он не бил по 90 ксари. По 46к бьет.
А куда вы побежали? Ты видишь, я говорю, походу два хила осталось. Один. Одного позвали. Хан позвал одного, нормально. Тут не вытащат. Ими бы они охеренными не были.
Я могу быть после одного купала, может его покинуть. Я короче. Погоди, демон тоже как бы не мешает. Че страшно? Крафлик. Итак, дамы и господа, да будет свет. Тант пришел, давай обратно. Знаете, что хочу сказать? Я уже опубликовал, короче, запись ВКонтакте, но хочу лично сказать. Святая леди, ты что, блядь, обиделась на меня? То, что я тебя монашкой назвал и бурю на меня такую напустила, или что, не пойму. Чего ты решил, что обидела? Это ты не вовремя вообще начал, Заня. Я захожу, братцы. Даня, плащик падал на мишку. Чушь. Да, плащик у меня есть, мне надо клык, короче, братцы. Ну, гроза вообще жесткая была. Шкаф бы. А, есть шкаф. А ты ему, кстати, типа не давал, когда кикал? Все, здесь. Ой, кто может рыбу поставить, я дам. Я хочу поесть. Что на него напудали? Да. Ну что это такое? Алло. Кто вы там на пулу дают? За дичок. Мысли БДК на пул. Не парень. И Амбер, а... Да не я бежал. Решили, на кого именно кусать, выбрали, конечно, блять, да. На метеота. Покушу флипца. Да. С укусом 20 секунд.
Сочетаю. Ну, мне кусать надо было, сейчас читаю. Пиздец, я не успел до тебя дойти. Нет. Он хилится, как конченый. Они меня не убьют. Еще два. О, сейчас уже убьют. Танк лег второй. Бля, это вообще пиздец. Смешно, короче, очень становится. Потому что Вар сорвал агро, и укус пошел на меня. Ты укусить никого не можешь. Любой вар. И потом начал сервать Кёрс, потом еще кто-то начал сервать. Смотрите, я вам прямо. Господи. Я чуть штангу не уронил из-за тебя. Начинаем представление. Какая жесть. Когда про Ёжина сказал и про танчик. У меня во время пула. Ты такой говоришь, типа, про то, что он устал и выключил компьютер. Я не успел просто это побежать вовремя из-за этого зеркала хуёвое было. Понял? А законтроленные выживают. Да, я тут, у меня просто вагонлово. Мне кажется, РК залагало, потому что я слышу. Нормально тебя все слышно. Блять, рунический удар 5 раз за бой. Охуенный БДК. Ну, вас, блять, послушаешь, ебать, топа. Во-первых, у меня макросы стоят, ну так что не надо пиздеть. Может потому что, блядь, ёбаный друид танчил, а не я. Вы, блядь, подумайте своей головой. Да с меня никто не сагрит, просто пацаны. Отвечаю. Да, я видел.
Я же говорю, я закидывался просто во время клуба. У меня был пакетик Насика в руке, и ты кричишь, пу, я пакетик Насика в стенку, у меня сейчас вся стена на слайм отвечает. Я не бортуюсь, у меня почему-то вов, когда я умер, немного забагалось, у меня теперь карта забаганная, и... Ладно. Чё за хуйня? Почему босс смотрит на меня? Прочитай молитву на убийство. Да я стою сзади, не мог. Опа, мне каску не дадут. Что, побежали, вы мне каску дадите? Это было неразумное решение. Да, блядь. Страдайте же. Лол. Блять, я эту ротацию использую каждый раз, когда я танчу. Что ты мне рассказываешь ее? Ну да. Слышь, Войт, у вас что сегодня особо на обед? Рыбу попиздим или чё? Чё ты сегодня какой-то делаешь? Знаешь, почему мы живем? Потому что мы живем ради одного шамана и одного друида, который, кстати, тебя перекиливает. 5.9. Глянь. Давай. Хорошо, Филипса не мог его укусить. Не пизди, блядь. Потому что ты хилить не умеешь. Да ты хилить не пизди. Вот так не умеешь. Не можешь. Не надо. Я скину скриншот и зорка.
Макс, беги! Не надо. Надо подождать. Начинаем представление. Нет, да ты еще как недостойно, тебя перехилил друг. Это позор, это позор. Мы так хорошо. Позор. Это показатель для друида 5.9, а для тебя фулбесового друида это не показатель, это позор. Вот, я почти на стену позора войд докину. Да, только надо кидать на роу. Еще богаче, может, не станешь. У меня вторая пошла, короче, понял, что. Поэтому смотри. Можно мне сюда бурю, пожалуйста? Можно бурю ко мне в город, пожалуйста? Давай. Нет, это все понятно, надо святую леди просить. Это она накосячила. Лево. Это да. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал. Да кто еще выпендривается? Ладно, я в другую РК. Ты меньше выебывал. Я вообще бы молчал, если бы его ППС. Я бы тоже сказал, что я пошутил, но, бля, доказывает обратное. Подорожник принесли? Подорожник. Ну, блядь, дракона хилит.
Интересно, а у кого из ретриков стоит тьма вместо льда? Может, будешь забирать босса? Ого. Верните сосредоточку вместо тьмы. Алло. Йольнир — это боевой молот. А не кузнечный. Да не кузнечный он. Гликтор — это воин, а не кузнец. Я не помню, как его зовут. Да, Один — это все отец. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы силы. Я, в общем, пока выйду с РК. Да, я тебе говорю, вторая еще сейчас пойдет. Да, там еще он с Гратом, короче, если у тебя тачка, то лучше прячь. Башки страшно сражались с плетью. Да благословит вас свет. Впереди вас ждет много опасностей. Постарайтесь сохранить все части тела. Это зеркало было. Не дайте Финкельштейну пустить меня. Что? Что я наделал? Нет! Это обычка или... Обычка? Купывайся, может быть. Нет, уже нормально. Держу. Это, есть про эти девушки нужен такой совет, вопрос, не знаю. Серьезно очень. Войт, я переделся в ДЦ, короче, втроем хильте, я с глазка и метеот рейд поддержу. Подождите, у меня вылетело, пацаны, стойте, опять вылетело из-за грозы, не знаю ничего. Сейчас я захожу. Шарит.
Подожди, есть вроде девушка, нет? Ответь, да, да, нет. А потом, Даня, потом. А кто? Быстро. Нет, ну ник. Как не обращаться? Святая леди, видишь Мишку справа? Вот нужен твой совет, короче, женский. У меня пердак нормальный, орех козырный. Я буду. Ну все, все. Это плюс 100 к карме и к выносливости. Поехали. Мне бы вдули. Чужаки ворвались во внутренние покои. Главное подорожник. Залечите мои раны. Открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герой. Бля, я заигрался и последний час пепел скидывал рядом с пепельницей. Миша, это все по твой пердак. Че, я прослушал. Я говорю, последний час пепел скидывал рядом с пепельницей. Досмотрелся на твой пердак. Да, обворожительный, да? Он так и манит. Когда силы возвращаются, пошла Энрага. Питаю. Покончить с тем, что не будет.
Да. Кстати, он трусами не сбежался на лане. Что там по перчаткам? Мне тоже надо. Ой, мне надо рулить, короче, в Аметиоту надо уходить на работу уже. Только да накиньте там потом что-то. Че, я уже перчатки потерял? Голос. Могу, пока. Тащи. Лут, лут, поставь свободно. Знаете, пацаны, в чем прелесть дождя? Нет. Обычного. Я вот, короче, завтра хотел окна мыть, а сегодня они уже сами помылись. Видите, как парфюм мастит, а вы нет. Кому голова нужна? Пойду, наверное, раз он хилить не мыл. Вот мне нужны были перчатки, эта голова мне вообще никак не нужна.
Блять, а чё трилут стоит? Вот я проебал, он уже пиздец. Давай ролим поешь. О, у меня 33, возраст Христа. Это называется анролом. Отдаем мне. Святая леди, видишь, как мне фартит на всякие божественные штучки сегодня с тобой. Ты в рейде. Ролл возраста Христа. Вообще казарма. Че, все, агро? Смотрите, короче, сейчас будет интересно. Следующее дыхание в рейд поверну. Вообще будет огонь. Эх, не фартануло. Братан, что ты здесь? У меня нету форшмота, если чё. Уже можно начинать молиться на кухне? Чё-чё? Уже можно начинать молиться на кухне? Да-да-да. Кому молиться? Не знаю, хаби какой-нибудь. Это же бог какой-то индийский хаба вроде, нет? Давайте лучше Кришна. Точно, Кришна, блядь, хаба. Войдов света обрубился. Все, он не с нами. Я вам говорю, проверено. Эта гроза, сука, козырная. Она у всех свет врубает. А нет, вон чапает. Что вы стоите? Ангельца две кожи. Дракона наверх ведите, тотемы убирайте. У меня нету фрошмота, если что. Ну, значит, соло будет танчить, протанчу. Мне в это... нет, не совучит, вдруг он упадет. Господи. Это новая метода называется. Закружи его. Закружи ему голову. Чтоб он сам умер. Там что-то лут просит еще с ним пробить. Ты же прочитал то, что Листат писал перед тем, как копнуться? Слава. Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души. Гасим мамку дракона. Листат писал то, что типа, братцы, извините, надо покинуть рейд, дела делать. Поспрашивайте у гильдии 2DD.
Войт, разреши ролить на вот шею Синдри, который падает на милишну. Она идет на НХ? Да, там ловко все идет. Остальное ничего не надо. Так все, ты пуха падает с Синдри или с плеча? Я не помню, там то ли лук, то ли арбалет. О, вот этот арбалет на медведя вообще козырен идет, да? С ловкостью, смотрите. РПБ. Вообще огонь. Я вместо идола его одену. Я его ролю на себя, потому что я хожу с пухой на вара. А ты кто? Как у тебя идет класс? Я хант. Ты знаешь, то, что, ты знаешь, смотри, то, что ханту надо вообще ружье с трэша, которое. А вот этот фаленраш, он медведи вообще заезжает. Прям топовый. Вот с этой винтовкой рованой надо ходить. Смотри, она тебе дает, короче, меткость и хоста, видишь? Скорость 2.1. Это вообще прям идеально. Да, также мне необходимо парирование, да? Нет, парирование это так себе, просто это лишние бафы. Близзарды были пьяными, когда его создавали, эту винтовку ровно. Вов, в принципе, созданы пьяными близзардами. Ну да. Они вот маленько накосячили. Вот в винтовке Рована написано то, что 255 единиц урона в секунду. Надо было написать 228. Было бы вообще козырно. Вся бы Россия с этой винтовкой ходила. В любом случае, я за этим арбалетом уже полтора года гоняюсь. Ну как, вообще 3 месяца, но остальные полтора года я не играл. Зачем вам этот арбалет? Не знаю. Он вообще никчемный. Потому что он лучше, чем пух, который сейчас стоит у меня. У тебя винтовка Рована стоит? Да. Брат, я ж тебе говорю, винтовка Рована это просто божественная. Это не знаю, как святая леди у нас в рейде сегодня. Это просто космос. Смешняш. Почему ты думаешь, что я шучу-то? Потому что это пука Навара. Кралька плюс он его. Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души! Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Thank you.
Девочка, беги! Вы чувствуете, как ледяная ладонь трепещите, смертные? Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Малышка, беги! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти? Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Повис. Хожу. Yeah.
Жесткий парень. Для колбасника. Возьми тральку. Пускай дамаг лишний. А это вопрос, скажи, профит наш первый трэш мостам там забирать вместе с Личом или нет? Все. Я раньше петухом был. А я думал, наоборот, надо больше собирать мобов трэша. Понял. Привет. Я, короче, запускать без меня, я на 30 секунд буквально проверю. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики. Алтанчик здесь? Или мне адрес? Доказательство моей безграничной мощи. Понятно. Я, значит, забираю. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Да я думал, что его нету. Все, извини. Че, испугался вы?
она на меня не пойдет. Может, где? Сейчас осквернение. Сейчас переход там. Я залил. Я зависла, я зависла. Герда.
ледяная скорбь, повинуйся мне! Сквернение. Не. Сквер добьем. Ледяная скорбь жаждет крови. Я пока не могу учиться. Нет, сыди. Ава, я в рейде написала ЮП на кого-то, ну, не успела вот как. Ты опять дрейд перехидил. Али под вашим натиском сгорели. Да как так, я просто понять. Я вот глянул его шмот, я просто понять не могу. На шамана, секьюрити. Что движет? Не, ну просто там числи, ладно, Слав. Праведность. Не знаю. Покажите дамаг. На первом месте. Я? Угу. Ну зачем вы её скинули, а? Я просто там зависла. У меня интернет. Блин. На Лилиан, нет, на Лилиан не надо. Странно, как это звать Маша и Лилия. Я думал, честь моей одноклассницы решила сделать персонаж. Свет, даруй мне последнее благословение. Дай мне силу разбить эти оковы. Невозможно. Тартас, твоя ненависть не заберет больше ни одной жизни! Наконец, я свободен. Все кончено. 350. Настал час расплаты. Поднимитесь, воины света! Пацаны, залейте медведю ману. Народ, я скорее риснулся снаружи, потому что интернет упал, когда в комнате был. Ну, не открывайте босса, я зайду. Окей? Я не знаю, блин. Сможет, нет. Ну, дайте все. Да сейчас кто-нибудь лутанет, вы издеваетесь. Да, меня. Да, я на лару зашел. Я здесь. Сейчас я присоединю.
Сейчас накину. Че, не двойное, что ли, ИП? Да. Угу. А, да. Ливану. Я числил ли ты, я Ливану. Да. Числил. Нет, он так и сидит, как бы через один персонаж. Просто. Да, да. Не, на Найну, я не знаю, он, наверное, забыл, мне кажется, первый раз это снова. Я что-то понял. Дим, зайди. Скоро.